безлюдный хостел. За окном ряды кирпичных гаражей, шаги вахтера, метроном, создав потоки виражей, снует сибирский вольный ветер, осенний мглой, и без поблажек он дерзок ночью и при свете летит в квартал многоэтажек. Имеет здесь он силу, вес, его звучанье словно гром, и даже седовласый лес склонился в пояс за окном. И вторит лесом путепровод меж гаражей домов стоящий. О, ветер, дай тебе лишь повод безмолвной осенью парящий. Наивен повод и избит, и кажется, сомненье близко, но дарит миг, хоть и забыт. Я в комнате Новосибирска, тут на окраине района приходит вдохновенье муза. Я трое суток, как Иона, сижу в каморке, не обуза, чтоб обновленным выйти в свет. Я вспоминаю древний госпел, о нем не знает ветер, нет, о нем молчит безлюдный хостел.
Добрый вечер. Вас приветствует проект, который называется «Пересечение». Автором идеи вот, нам собраться вместе этому квартету. И автором является саксофонист и композитор Иван Дыма. Иван Дыма. Меня зовут Алексей Павлов. Может быть, вы знаете меня, я иногда здесь появляюсь. Так же, как и барабанщик Петр Талалай. Петр Талалай. Наш испанский друг, который частенько бывает в России, он даже пару лет назад, по-моему, в России был 200 дней. Путешествуя, в частности, в таком специальном туре, который назывался «Мус-энерго-тур», фестиваль «Мус-энерго», который был летом, и он ехал на автобусе из Дубны во Владивосток, останавливаясь в каждом городе 80 дней. Автобус был в пути. Вот такие приключения сподобился наш дорогой гость и друг, гитарист Анхель Антао. Наша программа состоит из авторской музыки. Мы будем исполнять музыку без антракта. 8 композиций. Возможно, 8. Может быть, 7. Первая пьеса, которую мы сыграли, называлась «Deleted». Ее автором был Анхель. Следующая пьеса принадлежит перу Ивану. Она называется «Хаяо Миядзаки», точнее «Хаяо», посвящена известному аниматору и мультипликатору Хаяо Миядзаки. Thank you.
Thank you.
Была композиция Анхель Анталовой под названием «Came Faces». Пьеса, поэт, сочинение Алексея Круглова. Thank you.
Колумбийская сова, если вы слышали такой инструмент когда-нибудь. Вот Ваня играл на нем в первой песне. Петр Тавала, электроника и барабаны. И наш друг из Испании, Анхель Антала. Гитара, электроника. Следующая композиция называется «Хичкок». Кратко, «Хичкок». Ее автором является Иван Дыма. Кому?
никому. Просто так. Писать или сомкнуть уста к безмолвию, обратиться, остановиться, встать. Или все же метать молнию даже больше. Лиры копье, будто я участник Олимпийских игр. И ё-моё, сколько игл в душе моей, не вырванных еще на свободу. Стресс! Дайте бумагу, перо, не остановить природу. Прогресс! Так ловите же скорее оду, написанную, не знаю зачем и кому. Мне нельзя оставаться одному. Thank you.
Следующая композиция принадлежит перу нашего испанского друга со странным названием «I won't you forget». Thank you.
Пьеса Ивана Дыми под названием «Бибип» — это что-то детское, как я понял, как он сказал. Thank you.
Алексей Круглов, а все говорят Алексей Круглов. Тем не менее. И мы сыграем последнюю композицию нашего концерта, которая называется «Замбия». Ее тоже сочинил Иван. Thank you.
Вещание с микрофоном.
И Ангель Антала, Испания. Гитара и электроника. Спасибо, проект «Пересечение». Спасибо, очень приятно. Тут у Ангели с собой есть CD-диски, если интересно, можно приобрести. Thank you.